В этом году исполняется 285 лет со дня рождения Токсан Би. Так, в нашем регионе прошел историко-литературный вечер «Ар сөзі алтын болған асыл баба». В мероприятии приняли участие ветераны сферы культуры, известные педагоги, историки, студенты высшего колледжа. Токсан Би родился в 1737 году в Жамбылском районе. Он всегда отличался праведностью, честностью, справедливостью. Благодаря своему дедушке Токсан Би с малых лет встречался со знаменитыми ораторами, принимал участие в различных айтысах. Наш регион богат талантами. Один из них – многоуважаемый Токсан Би. Наш долг перед ним очень велик. Подрастающее поколение должно чтить память наших предков. Опираясь на их подвиги, на их заслуги, молодежь должна брать пример. Я рад, что в нашем городе не забывают и организовывают такие вечера.